Привет! Это канал I Like Pet. Я Таня. Вы уже давно задумываетесь над тем, чтобы взять себе собаку из приюта? Ну, еще сомневаетесь и не знаете, готовы вы к этому или нет? Тогда это видео точно для вас. В нем мы разберем главные вопросы, которые нужно задать себе, прежде чем взять собаку из приюта. Взять собаку из приюта – серьезное благородное решение, и требует оно хорошей подготовки. Если ее не осуществить, в будущем можно столкнуться с большими проблемами при содержании питомца. О чем нужно спросить себя, прежде чем взять собаку из приюта? Давайте разбираться. Первый и самый важный вопрос, который нужно задать себе – имеете ли вы ресурсы для содержания собаки? Касается это и финансов, и свободного времени, и вашего терпения. Перед тем, как взять собаку из приюта к себе домой, объективно оцените свои возможности. Собака – это прежде всего большая ответственность, и вы должны быть к ней готовы. Готовы ли вы к сложной адаптации животного? Второй вопрос. Большинство собак из приютов имеют трудное прошлое, из-за чего требуют повышенного внимания в первые месяцы проживания в новом для них доме. Если вы хотите взять собаку из приюта, будьте готовы к тому, что вам придется проявить максимум вашей любви и заботы, прежде чем животное начнет вам доверять. Третий вопрос касается возраста животного. Перед тем, как прийти в приют или на выставку-раздачу, определитесь, кого вы хотите больше себе в питомце – взрослую собаку или щенка. Взрослые животные, как правило, уже приучены к правилам жизни в доме. Щенки же быстрее адаптируются к новому месту жительства. Подумайте, какой характер должен быть у вашей собаки. Если вы обожаете спорт и прогулки, вам точно не подойдет спокойный лежебока. Лучше обратите свое внимание на энергичную собаку. А вот если активности вам не по душе, возьмите себе пса-флегматика. Готовы ли вы поменять свою жизнь ради собаки? Пятый вопрос. С собакой из приюта вам нужно быть готовым не только к изменению привычного распорядка дня, но и к необходимости ежедневно проявлять повышенное внимание, терпение и заботу по отношению к животному. Первый месяц адаптации вам, возможно, даже придется прибегнуть к помощи кинолога и зоопсихолога. Перечисленные вопросы помогут вам максимально подготовить себя к появлению собаки из приюта в доме. И помните, только безграничная любовь может сделать из собаки, в прошлом пережившей предательство, ласкового питомца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!